Сегодня мы здесь. Кого будем искать-то? Кота Семена надо найти. Это же Семеновское озеро. Сегодня вон какой сильный ветер, пасмурно. Но мы не боимся. Мы отважные ребята. Ребята, мы с вами попали в парк развлечений. Как много аттракционов. Только ничего не работает. Нет, что-то работает. Алена, Максим, мы нашли с вами кота Семена. Да. Давайте потрем ему носик и ушки для того, чтобы загадать желание. Подожди, надо вот так. Ну-ка. Так, желание загадываете, чтобы сбылось? И надо его не говорить. Да, обязательно нельзя говорить. Я знаю, что вы загадали, вернуться в Мурманск опять. Да? Нет. Можно я тоже ему ушко потру? Все, загадал. Все, никому не говорите, пускай эти желания сбудутся у вас, все. Еще. Чтоб два желания сбылось, да, у тебя, да? Ну я хорошо. Хочу два, чтоб сбылось. Пускай будет даже три. Ты же два ушка трешь, а одно уже загадал. Что такое? Я хочу на нем прокатиться. Не испугаешься? Всем на озеро! Вот такой он северный лес. Так, так, карабкаемся, карабкаемся. Алена, Макс, что это такое? Что за ребята? Это медвежата? Бобры? Они добры? Бобры добрые.